Дорогие братья и сестры, милостью Божией в эти святые и благодатные дни всемирной радости, когда Господь вновь зажигает яркую Вифлеемскую звезду, и человеческие сердца просвещаются духовным светом и наполняются миром, когда снова церковные своды оглашаются ликующей песнью «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение», мы с благодатным трепетом торжественно празднуем и молитвенно переживаем величайшее событие человеческой истории – Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Рождество Христово открыло нам великую тайну беспредельной любви Создателя к Своему Созданию. Второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, принял человеческую плоть от Девы Марии, оставаясь при этом Богом. Он воплотился и вочеловечился, и явил себя во всем подобным нам, кроме греха. Мы именуем Его Богомладенцем, подчеркивая, что в Нем соединились две природы – божественная, извечно существующая и неизмененная, и человеческая, поврежденная прародительским грехом и нуждающаяся в исцелении. В Боговоплощении сопричастность божественного естества человеческому дала Христу возможность, как всем людям, полностью пройти земной жизненный путь от младенческой колыбели до смерти. Через распятие на кресте им было уврачевано поврежденная грехом наша природа, дарована полнота бытия в Боге и жизнь вечная в Царстве Небесном каждому, кто услышит призыв Господа и последует Ему. В эти святые дни наши храмы наполняются людьми. Праздничные богослужения позволяют нам лично соприкоснуться с воспоминаемым священным событием, приобщиться к непостижимой для земного разумения тайне божественного снисхождения к человеческому роду. Святая Церковь призывает нас открыть свои сердца новорожденному Христу Спасителю, отложить всякую суету земного мира и обратить свои взоры к Богу и друг другу. Пусть главным рождественским подарком будут у нас взаимное уважение, забота и деятельная любовь, и тогда мы сможем полноценно ощутить радость рождественского праздника. Поздравляю всех вас с Рождеством Христовым, молитвенно желаю вам доброго здоровья, мира, добра, благополучия и неоскудевающей благодатной помощи Божией в ваших подвигах и трудах во славу Святой Церкви, на пользу родного Отечества и во благо всем людям. Да принесет Богомладенец Христос в наши города и веси, в наши дома и семьи духовную радость, умиротворение в душах наших, жизнь в согласии, любви и правде Его. Объединит родных и друзей добрыми и счастливыми днями. А наступивший 2022 год будет для всех годом благости Господней, удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным
яркими событиями и добрыми делами. Пусть Господь благословит всех нас. С праздником, дорогие братья и сестры!